Оренбург стал принимающей стороной для более чем 80 субъектов Российской Федерации, для центров поддержки экспорта, которые сегодня приехали к нам. У нас в каждом субъекте России созданы непосредственно организации, которые отвечают за то, чтобы товар, произведенный на территории этих регионов, выводился на экспорт. Ну и вот сегодня для нас такое очень важное событие, что именно Оренбург стал площадкой, где все эти центры поддержки экспорта, они встретились, ну и 3 дня будут работать над тем, чтобы развивать экспорт на территории страны, на территории своих субъектов. Ну и, конечно, Оренбург не случайно стал таким местом, потому что непосредственно Оренбург – это традиционно ворота в Азию. Сейчас азиатское направление, Центральная Азия, Китай, они становятся все более и более актуальны. Ну и мы видим, как за несколько последних лет инфраструктура развития и поддержки экспорта у нас в стране меняется. Ну и, конечно, здесь надо отметить, что экспорт, он состоит из нескольких важных составляющих. Это и такие важные истории, как меры поддержки, ну и, конечно, это инфраструктура. На территории Оренбуржья у нас наконец-то принято решение, что все основные пункты пропуска, они будут модернизированы. Это Маштаково, Элек, Сагарчин, Орск. Это те автомобильные пункты пропуска. Вот буквально вчера у нас очередное совещание было. Больше 10 миллиардов рублей в инфраструктуру этих пунктов пропуска будет вложено. Ну и второе, это, конечно, железнодорожные пункты пропуска. Это наш основной пункт пропуска Елецк-1. Тоже на уровне Минтранса России принято это решение. Ну и мы будем надеяться, что торговля, которая традиционно славилась Оренбург, она будет развиваться и будет быстрее, не будет тех пробок, заторов, которые были раньше. Ну и до конца 2026 года более чем 10 миллиардов рублей будет вложено в пункты пропуска, и их модернизация наконец-то будет полностью завершена. Поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо Российскому экспортному центру за то, что выбрали площадкой проведения именно город Оренбург, потому что Оренбург исторически является, с одной стороны, промышленным регионом, и нашим сердцем действительно является наша промышленность, но с другой стороны, кровеносная наша система – это торговля. Поэтому без торговли не может быть ничего, а экспорт – это именно та составляющая, самая высокопрофессиональная составляющая торговли, которую можно быть представить. Потому что торговать по всему миру – это нужно иметь очень высокие компетенции, ну и а наши предприниматели исторически их имеют.